Юля. Сочетайте прием L-глютамина с витамином С и забудьте о том, что... И забудьте слова. Рулин является... Еще раз. Является... Да блин. Вот эта фраза. Сейчас. Цитрулин – это аминокислота. Да пипец. Мне даже нога трясется. Будто на Первый канал снимают меня. Просто. Еще в горле пересохло. Говорить на камеру точно не мое вообще. А также улучшает выносливость и повышает памп мышц. Че я сказала? Все, нет. Я думаю, хорошо получилось. С первого дубля. Всем привет! Я Ковалевская Злата, персональный инструктор по силовым тренировкам в тренажерном зале. Являюсь атлетом команды «Фитнес-формула», а также выступаю в американской лиге NPC в номинации «Фитнес-бикини». Я Кудамасова Юлия, персональный тренер в тренажерном зале. Готовлюсь к соревнованиям в номинации «Фитнес-бикини» со Златой Ковалевской. L-глютамин – это самая распространенная аминокислота в организме человека. Поэтому недооценивать важность этой добавки при стремлении человека набрать мышечную массу, похудеть или высушиться, а также укрепить иммунитет нельзя. Да, глютамин укрепляет иммунитет, что особенно актуально в сезон простуд. Сочетайте прием глютамина с витамином С и позаботьтесь о своем иммунитете. Давай, Юля, еще, можешь? Можешь? Работай. Молодец. Супер. Еще разок. Умница. Разводим. Работаем. Цитрулин – это аминокислота, которая не входит в состав строительных белков и обеспечивает утилизацию продуктов распада после тренировки. Из цитрулина может вырабатываться аргинин, который улучшает кровоток в мышцах и обеспечивает памп. Я принимаю глютамин 15 грамм на ночь для стимуляции выработки гормона роста.